is a long time if you don't like it where you are. 3 months is forever when the sun don't shine. Всем привет! Сегодня мы будем говорить о Sleeping Dogs. О сюжете. Игрок будет играть за полицейского Вейна Шейна, американца китайской национальности, который под прикрытием внедряется в триадскую криминальную группировку Sun on E, Солнце на Юне. Группировка с таким названием реально существует. Геймплей. Нас ждет действительно просторный город Гонконг. Геймплей стал еще динамичнее, чем в прошлых частях. Игра представляет собой открытый реалистичный мир, который напоминает реально существующий, такими элементами, как возможность свободно путешествовать по городу, на автомобиле или пешком, менять себе одежду на свое усмотрение, покупать хот-доги или пиццу и другую еду в магазинах или парках, наблюдать за простыми гражданами, проезжающими на автомобилях и гуляющими по улице. Главный герой может бегать, прыгать, преодолевать препятствия, заборы, подниматься на выступы, так владеть рукопашным боем и уметь стрелять из огнестрельного оружия. Имеется возможность использовать транспортные средства, автомобили, лодки и мотоциклы. О графике. Графика никого не оставит равнодушным. Хорошо продетализированный мир и куча спецэффектов. Очень качественная детализация теней. Ночь выглядит как ночь, день как день.